В Большекотрайской средней школе Чебоксарского района прошел республиканский турнир по масс-рестлингу памяти майора милиции Николая Поручикова. Николай трагически погиб в апреле 2011 года на Северном Кавказе. Соревнования памяти российского офицера проводятся уже в четвертый раз. Николай Поручиков в марте 2011 года был направлен в Дагестан в составе мобильного отряда МВД России. В неравном бою с террористами под Хасавюртом он погиб. Сегодня во всем мире террор – это главная проблема нашего человечества. И поэтому вот то, что сегодня наши россияне, офицеры российской армии против террора борются и иногда, к сожалению, голову свои складывает. И то, что мы сегодня вот проводим такое мероприятие, это, конечно, очень важно, чтобы вот рассказать молодому поколению, что сегодня вот есть у нас такие люди, которые готовы сложить свою голову, чтобы защитить человечество от террора. В соревнованиях приняли участие не только школьники, но и жители деревни Большие Катрася. В турнире участвовали более 80 школьников из 10 учебных заведений Чувашии. Масс-рестлинг – необычный вид спорта, а правила его достаточно просты. Для победы спортсмену нужно вырвать палку из рук соперника, при этом ноги упираются в доску. Главное – удержать равновесие. По результатам турнира лучшими в командном зачете стали ученики Большекотрайской школы Чебоксарского района. Второе место досталось воспитанникам Карачуринской средней школы. И третье место завоевала команда Синьял-Покровской средней школы Чебоксарского района.